Запах – это первое, что чувствуется на берегу. Сотни, может быть, тысячи мертвых рыб, от маленьких до больших. Это то, во что превратили Волгу в займище в результате намыва. Сегодня 12 апреля 2017 года. Мы видим полуоттаявшее озерцо. До этого здесь был залив. В 2012-2014 годах его замкнула компания ПСО «Казань», которая вела здесь намывные работы, а также аффилированные с ней структуры. В итоге рыба не смогла выйти зимой и просто задохнулась. Она оказалась здесь как в ловушке, как в капкане. Это крупные, хорошие щуки, которые сейчас по весне бы выходили на икромет, но они лежат здесь мертвые. Борис, тут браконьеры столько не вытащат. Это вообще ужас, это ужас прям. Это у человека не хватит столько наглости, подлости. В мозгах должны быть только деньги. Видите, лед расходится. Скажите, в Волгу идет это. А под водой вон еще мертвая рыба. И вон там. И все это пахнет. И дальше обваливается. И снова мы видим. Снова вон огромные рыбины лежат, огромные щуки. Это все получилось из-за того, что вот этот залив с той дальней стороны замыли. И рыба по низкой воде просто не смогла уйти в Волгу, оказалась в ловушке и задохнулась.